Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наша встреча посвящена 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Да, друзья, уже 75 лет прошло с того момента, как наши прадедушки и прабабушки, бабушки и дедушки одержали победу в войне над фашистской Германией. По традиции мы всегда собирались в нашем саду и отмечали этот великий праздник, который отмечают во всех городах, школах, детских садах нашей страны. Но сегодня, ввиду эпидемии, мы все должны сидеть дома, друзья. И я предлагаю вам исполнить песню, которую мы всегда исполняем в нашем детском саду «Катюша», прямо дома. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег над крутой. Выходила, песню заводила, степного сизого орла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла, про того, которого любила, про того, чьи письма берегла. Ой, ты песня, песенка девичья, ты лети за ясным солнцем вслед. Дедушках, прабабушках, давайте прокричим троекратное ура! 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 Ура!